Я по поводу сделки принес контейнер. Ага, так, показы. Раз, два, три, угу, пять, угу, десять. Все правильно. Рад это слышать. Где мой ящик с оружием? Не нервничай, ящик у меня. А теперь напоминаю тем, кто в бронепоезде. По договору ты должен на определенной машине приехать сюда, понимаешь? Я Сидоровичу передам, почему он остался без оружия. Все, можешь валить. Ну, если надо, то давай подъеду. Так, то есть надо на Запорожце все-таки было поближе подъехать. Давай попробуем. Если она туда вообще... Да, не доехал я немного совсем. Все, машина на месте. Ну все, теперь вези ящик своим. Так, значит, ты за деньги ну, пропускаешь. Пропускаю я хабар за бабки через кордон. И что? Сам живу и другим жить даю. Понял? Да, слышишь, понял. Умник, а ты вообще знаешь, какая у меня зарплата официально? Вот и попробуй на нее прожить, ага? Прожить не так просто. Так вот, за эти слезки мне еще полагается испытывать охренительное чувство гордости за свое дело, государство, правительство, чтоб его. Ну так ты испытываешь? Начальники жируют, все как один с зоны прибыли имеют. Так почему мне нельзя? Хороший вопрос. У военного какая задача? Выполнить приказ и выжить. И я выживаю, как умею. Епарасеты, это ж какой звездец кругом. Одни уроды. Еще немного, и я или перестреляю всех, или сам застрелюсь. Ну, бывай. Так, а по торговле? Ерунда одна у него. Так, я надеюсь, ящик уже в машине. Понятно. Ладно, надеюсь, он там. Сейчас привезем Сидоровичу. Надеюсь, он нам один из автоматов подарит из этого ящика. Хотелось бы, чтобы так было. Интересно, машина не заглохнет, если, допустим, ту же собаку сбить? По идее, не должна. Так, это было близко. Чуть сталкера не задавил. Наверное, все. Так, сделка с военными обновлено. Доложить волку о выполнении, получить награду. Ящик все-таки был не для бармена, не для Сидоровича, а для волка. Перепутал я. Вот я привез ящик с оружием. Молодец, Мичин, неплохая работа. Награду заберешь у Сидоровича. Так, у меня есть вопросы. Ничего пока. Награду, говорит, заберешь у Сидоровича. Хорошо, я думаю, надеюсь, что награда будет достойной. Да еще, кстати, хочу. Я забыл на элеваторе посмотреть ящик этого неизвестного сталкера бывалого. Ну, здорово. Ну что, Меченый, как продвигаются дела со сделкой? Да, все, я отдал ящик волку. Неплохо, Меченый, силен. Силенки, смотрю, есть. Еще есть работенка, обращайся, для тебя всегда набдется. Держи обещанную награду. Деньги 4000. Я по поводу поручения. Нет, я пока не отказываюсь выполнять задание на гитару. Может быть, какая-нибудь найдется еще особая Меченый, работа. Меченый, я тут поразмыслил. Я тут поразмыслил на досуге. И хочу тебе кое-что предложить. Тебе по большому счету нужно искать своего стрелка. Так ведь?
Ну, допустим, по стрелку узнал кое-что. Есть такой сталкер. Говорят, дорогу на север зоны нашел. А места там не тронутые. Прям клондайк артефактов. Да. В общем, я помогу тебе его найти. Но, как ты сам понимаешь, не за просто так. Придется отрабатывать. Но в итоге будет нам обоим хорошо. Ты своего стрелка замочишь. А заодно, может, узнаешь, что с тобой стряслось. А я Ну, в общем, свою выгоду от сотрудничества тоже поимею. Ну, что скажешь? По рукам? Хитрый жук Сидорович что-то нам не договорил, но что по рукам? Тогда слушай. Мы с другими торговцами хотим открыть путь на север к центру зоны. А ближе к центру кто-то или что-то мешает проходу. Понимаешь? Там есть место, где мозги закипают. Жуткое место. Хрен его знает, как твой стрелок там проскользнул. Но ближе к делу. Мне передали, что вояки в здании бывшего НИИ «Агропром» что-то нашли. Какие-то очень серьезные документы. Явно связанные с центром зоны. Так вот, их у вояк надо забрать. Понял, куда клоню? Попробовать можно, и что с ними делать дальше? Пойдешь на север через свалку, потом повернешь на запад, и через пару километров выйдешь к агропрому. И будь осторожнее, на свалке сильная радиация. Так что советую прикупить у меня антирада или водочки. Ну, удачи! Хорошо, надеюсь, мне об этом не придется жалеть. Да, конечно, координаты, необходимую информацию я тебе закачаю в КПК. А если на словах объяснить так, пройдешь на север через свалку, то потом повернешь на запад. Через пару километров, так выглядит он уже. Кстати, на свалке артефактов, как грибов после дождя. Хотя фонит тоже по полной программе, так что советую прикупить у меня антирадины или водочки. Так, еще раз спросим про какую-нибудь особую работу. Какая работа? Ты еще старую не сделал, да, действительно. Ну хорошо, возьму я немного. Сколько костюм? Костюм. Здесь цены, конечно, дорогие очень. Неплохо. Хороший товар. Что еще? Встреча с провожатым. Район схрона. Встреча с провожатым — это, по всей видимости, найти квартиру. Найти гитару пока не буду выполнять. Найти динамит, перенести волку. Волк попросил найти ему ящик, который спрятан в тепловозе. Как его спрятал волк, не объяснил, но предупредил, что там фонит очень сильно. Думаю, есть смысл обыскать тепловоз и заодно сходить в схрон бывалого.